Если не хочешь встретиться с монстрами из этой песни, подпишись на этот канал за 10 секунд. 3, 2, 1. Время вышло. После туалетной тусовки все толпой бегут по парковке. Скибиди и видят рекламу рядышком Макдак. Это славно. Скибиди вовнутрь попали, тут же продавцы убежали. Скибиди на кухне сожрали, все, что на виду, там лежало. И один унитаз что-то нашел, смеясь, выглядит как коктейль. Выпили все теперь и дальше собираются топать, но пугаются. Фиолетовая, что вдруг убила одного? Унитазы все строятся, хором поют, ищут гримаса, но все никак не найдут. Ну а он из другого угла прибежал, минус унитаз, ведь он его поймал. С каждым часом песни все тише, скоро и ее не услышим. Унитаз один лишь остался, гримасу пока не попался. Гримас спрятался под кроватью. Кибиди, как на нее сядет, фиолетовый показался. К унитазу он приближался. Туалет скорее развернулся, захотел куснуть, промахнулся. Ну а гримас цапнул за шею. С кибиди тот не уцелеет. Как-то Машенька однажды влезла на пустой чердак. Телевизор там огромный, куча пыли по углам. Осмотрелась и включила телевизор. И тогда на нее с экрана вышли девочка и ее друг. У Аманды нож острющий, стала Маше угрожать. А Кудряш пытался быстро с чердака один сбежать. Маша бегает, кидает в ту Аманду, что найдет, фрукты и горшки с цветами, даже старый пылесос. Но Аманда не уступит, демон в ней живет один. Хочет Машу в мир ужасный за собою потащить. И, схватив ее за руку, к телевизору уйдет. И уже наполовину влезла демон за экран. Но откуда-то изящно в воздухе летит кирпич. Он разбил экран, и Маша здесь осталась с Кудряшом. А Аманда все, исчезла, и, надеюсь, навсегда. Ну а Маша пригласила Кудряша пойти домой. Нет там чердаков кошмарных, демонов и темноты. Только солнце, чай горячий и красивые цветы. Паровозик Томас монстром был, он по дороге шустро колесил. Но поезд-пожиратель встретился не кстати, Томас мгновенно проглотил. Вот поезд-пожиратель вдаль спешит, и у него весьма довольный вид. Но горка-пожиратель встретилась не кстати, этот поезд хочет проглотить. Поезд застыл, горка скрипит, и проглотить его все норовит. Поезд вокруг горки словно удав, завернулся смелости набрав. Горка попыталась его вновь укусить, после получилось все-таки проглотить. И горку раздуло, как будто бы шар, начался для горочки кошмар. Горку изнутри так трясет, поезд ей покоя не дает. Горка искривилась, пасть ее открылась, а поезд выкатился вмиг вперед.
Выскочил и как давай голосить, засасывать их стал и изводить. Теремок титан скорее ринулся в бой, скибиди он сбил с дороги рукой большой. Но туалет держит удар, Тигримену тоже надавал. Оттолкнул он Тигримена в раз, тот упал и снес там унитаз. А потом поднялся и как разобрался с бульдозером и выбил ему глаз. И скибиди упал неприуныл, и ковш свой очень широко раскрыл. Оттуда джентльмены идут, камерамены, они живые, он их не убил. Как-то рано утром в лесочке собирала Маша грибочки, отыскала белый грибочек, а за ним стоит колобочек. Маша гриб скорее схватила и в корзиночку положила. Колобок с ножом рассмеялся, гриб терять он не собирался. Маша вперед бежит, девочка вся дрожит, так колобок и рад, Машу хочет догнать. Она спотыкается и в пеньки врезается, но себе случайно в бок нож втыкает колобок. Он свалился в кусты, но стал целым опять. И за Машей с корзиной скорее бежать. Маша сделала шаг и придумала план. Подложила колобку большой капкан. Колобок капкан не заметил и себя слегка покалечил. Тонко дергался, суетился, вылез на двое, разделился. Половинки бегут за Машей, но она с утра ела кашу. Собрала все силы и сразу стук корзины эту заразу. Колобок в траву повалился, из частей он восстановился. Но за Машей бегать не стало, покатился дальше устало. Туалеты тащат коробку, раскрывают ее так ловко. Там внутри большая стиралка и танцует как зажигалка. Туалет ей дверь открывает, рожа из нее вылетает. И давай орать она песню, подпевают ей все совместно. Но тут какой-то взрыв, дверь к ним скорее открыл. Это камерамен, взять унитазы в плен. Тот, что собирается, из толпы врывается. Но стиралка на чеку, морда вылезла ку-ку. И давай всех засасывать внутрь себя. Мэнов крутит, стирает, а значит не зря. Туалет и ее в дом к себе принесли, и опять они танцуют от души. Но теперь уже спикермены подготовились офигенно. Окружили злых унитазов, истребить желают заразу. А стиралка мэнов стирает, сколько не помогает. Спикермены всех истребили, ну а про стиралку забыли. А стиралка тех постирала, ну и спикерменов позвала. Обернулись те и попались, тоже все они постирались. Скибиди огромный унитаз, и поезд пожиратель как-то раз. Друг другу покатились и соединились, и монстр получился в тот же час. Вот поезд пожиратель скибиди, он мощный и ужасный, погляди. Кусает туалеты и пыхтит при этом, прожектором сияет. Просто победить его нельзя. Поезд пожиратель стал теперь скибиди, сзади он как поезд, туалет впереди. Его все боятся, спешат то куда. Вдруг он видит впереди вода.
одиноко гелик стоял, пожирателем от скуки стал. Зубы словно монстры раскусывают просто даже самый крепкий металл. И поехал поезд он искать, заодно и горку повидать. Захотел он срочно, что-то будет точно, готовится он им бока намять. А горка стоит, рядышком поезд тоже храпит. Вдруг вокруг них начинает кружить гелик, и давай там все крушить. Горка подскочила, ничего не поймет, растолкала поезд, он тоже встает. Пытается гелик они покусать, но его никак им не поймать. Выдохлися гелик тут как тут, но себя в обиду не дадут. Бампер зацепилась, думала, его они сорвут. Только гелик крепкий качок за собою их поволок. Протащил по грязи лужам и чумазых, бросил он дремучий лесок. Как-то раз проснулся Cartoon Cat, умылся и покушал винегрет. Он выпил кружку чая, и необычайно ему вдруг захотелось в туалет. Он в ванную скорее поспешил, бежал туда, насколько хватит сил. Свои делишки сделал, но внезапно смело его за ногу кто-то укусил. И Cartoon Cat двинул назад, хочет из ванной скорее убежать. Боль на ноге и задергался глаз, ведь его кусает унитаз. Сразу Cartoon Cat закачал слегка, стал он превращаться, но не понял пока, что он теперь скибиди туалет и имеет ярко-белый цвет. Cartoon Cat слегка ошалел, лишь на отражение посмотрел. И ехать стал качаться, так что не угнаться, еще и песенку запел. Тут его сирена повстречал, и сливать водичку сразу стал. И Cartoon Cat вдруг смылся, снова превратился, стал собой и друга приобнял. Как-то скибиди унитазы ехали спокойно вдоль трассы. Тихо качались, им навстречу монстры попались. Пожиратель горка раскрыла пасть и туалет проглотила. За другим еще побежала, но упала, челюсть сломала. Горка встает скорей, срочно зовет друзей. Все пожиратели собираться начали. Ламба пожиратель здесь, и автобус тоже есть. Убиться начали они с туалетами, смотри. Хочет биг туалет ламбу взять засосать. Пожирателя ламбу не может догнать. Помогает G-Man, не стреляет из глаз, но случайно попадает в унитаз. Тут такое стало твориться, все комком огромным клубится. Пожиратели побеждают, туалеты шустро смывают. Но G-Man не хочет сдаваться, выстрелил он в горку раз двадцать. Та уже от ужаса взвыла, но G-Man все ж проглотила. Остальные вместе сцепились и по трассе кучи катились. Перемирие заключили и пикник устроить решили.